В апреле 1895 года в Барнауле прошла перепись населения. Результаты показали, что в городе проживает 23 064 человека. Из них неграмотных 69%, с низшим образованием 28%, средним 2%. Мужчин с высшим образованием 77% и 7% женщин. В апреле 1914 года жители Барнаула почувствовали легкое колебание земной коры. Первое же землетрясение в истории города было зарегистрировано в 1846 году, второе спустя 40 лет. 26 апреля 2010 года губернатор Александр Карлин вручил жителям края 39 жилищных сертификатов. Это вынужденные переселенцы, бывшие военные, ликвидаторы последствий радиационных аварий. Льготы были получены в рамках федеральной целевой программы «Жилище».